Всем привет, друзья! И вот сегодня, 14 января 2023 года, Новый год по старым стилю. И вот в этот день Россия нанесла удар по городу Днепр. Множество жертв, огромное разрушение жилого дома многоэтажного. И вот у меня вопрос к вот этим всем россиянам, те, кто давал приказ, те, кто исполнял, те, кто нажимал на кнопку пуска ракеты. Вот чего вы хотели добиться этого? Вы хотели запугать, устрашить или как-то показать какую-то силу? Или вообще кого-то вот этим событием хотели на свою сторону заманить? Вот что вы хотели? За вас тут, в Украине, могут быть только глупцы. Глупые люди, которые не соображают ничего. Остальные могут только под дулом автомата быть за вас. И то, это малое число людей. В основном все умные и образованные люди против России, против российских оккупантов. И вот это все события, вот эти поступки ваши, это только больше, так сказать, людей закаляет и утверждает в том, что Россия враг, Россия оккупант, Россия зло. И умный человек, образованный, интеллектуальный, никогда не будет за Россию. Это мое мнение. Вечная память тем, кто погиб в Днепре. Надеюсь, что жертв будет все меньше и меньше, так сказать, в этой войне. Украина победит. Просто нет слова.